Я, кстати, за тобой иду, а ты прям так вот так вот кругами отслеживаешь. Тихо. А можешь притормозить чуть-чуть, на секундочку? Мисс Губы. Да, я слышу. Что такое? Почему такие классные губы? Нет, тихо. То есть это прям вот свои. Мне просто интересно было. Нет, честно. Что нет, честно? Не свои. Взяла поносить, что ли? Да. Нет, ну, подожди, стой. Ты не ощущаешь, что сейчас на низком старте прям потратить минуту своего драгоценного времени на меня? Что с губами, скажи мне? Сделанные. А свои что, были вообще маленькие или что? Не, ну как бы, вот скажем так. Я хотела сделать пропорциональные. Слышь, ну они, конечно, прикольные, да, но мне кажется, что вот если будет больше, то есть больше не делай. Больше будет слишком много. А ты верхнюю и нижнюю, да, сделал? Верхнюю. А нижняя была? Да ладно, типа такая нижняя. Да. А ты верхнюю сделала. Не, ну слушай, тогда справедливо, да. Но у тебя, кстати, еще язык офигенный. Не только губы. Спасибо Подожди, большое. Подожди, сейчас, тихо, стой. Ты очень классно видишь. Как тебя зовут? Вирджиния. Да, я не Офигеть. Живу. Слушай, а где ты живешь? Кишинев. Молдова. Хотел сказать, молдавашка, но у меня просто папа. Отчасти что-то мне есть молдавские корни, поэтому это... Как бы... Слушай, а как так? Я думаю, в Молдавии нет красивых девушек. В Молдавии полно красивых девушек. А это имя прям вот, то есть... Румынская. А что ты здесь делаешь в Москве? Гости у меня тут родные. А ты приехала просто потусить, да? Нет, в гости. Сейчас, я перебью тебя. Вот правый глаз вот так вот сделай. А что у меня? Какая-то белая штучка. Лёшечки, спасибо. Да, ну какашечки, все, больше нет. Нормально. Не, ну ты же девочка, ты должна красиво выглядеть. А сколько тебе лет, Вирджиния? 25. Меня Вова, кстати, зовут. Ты помолвлена. А у тебя муж-то где, в Молдавии? Да, в Кишиневе мой муж. Офигеть. А мужу-то сколько лет? 27. Ну, взрослый мужик. Слушай, ну я, честно говоря, хотел тебе предложить заняться сексом. Да. Вот. Очень искренний мальчик. Ну, я искренний парень. Я ценю, да. Да, а ты помолвлен. Да, и верная девушка. То есть вот проблема только в этом, что ты верная? Нет, не только в этом, просто я не... Не one night stand girl. Не, ну вообще, it's one night stand. Я могу это повторить так медленно. Не, а самые классные отношения, они начинаются именно с такого спонтанного секса. Я, конечно, понимаю, ну это не мой тип. Я очень тщательно рассматриваю. То есть ты анализы берешь? Прям все. Офигеть. Слушай, ну если помолвлено, тогда что тебе надо тебе пожить? Блин, что так всех нормальных девок расхватает? Вот так вот, быстро расхватывает. Слушай, ну может быть, пока никто не знает. Один разочек. Не вариант. Ну да, то вдруг тебе потом понравится, ты от своего мужа уйдешь. Видишь, правильно, тоже. Такое может быть. Вирджиния, тебе офигенного, не знаю, Нового года это. Спасибо, так же. Может, еще хотя бы разочек? Хотя бы разочек, как будто вообще был разочек. На полторашечке. Давай, ну ты прикольная, веселая, классная, добрая. Он знает, еще не увидишь девочек. Мы прощаемся. Хорошей тебе семейной жизни там. Спасибо. Я думаю, муж нормальный мужик, раз выбрал себе такую с губами. Давай, пока.